Здравствуйте всем! Я продолжаю разбор славянской мифологии и ее образов-символов. Изучая славянские мифы, я убедилась, что нашим предкам была известна такая наука, как астрология. Ну, в общем-то, это сейчас уже ни для кого не секрет, но я подтвердила этот факт для себя на практике. Астрология была принесена на Землю нашими предками много тысяч лет назад. Астрология не просто как наука, изучающая движения и циклы планет и звезд, но я имею в виду астрологию как сакральную науку о проявлении человека в мире материи, об его уроках и цели существования. Буквально каждый миф пронизан астрологической информацией, с помощью которой можно описывать строение мира и наше место в нем. Это словно модель нашего мира. 12 столпов, что подпирают небо, как сказал наш творец Сварог. Есть 12 знаков зодиака, отражающие 12 небесных законов, по которым устроена наша Вселенная. 4 главы Сварога, которые дал ему род. Есть суть 4 формы времени, за течением которого Сварог по велению рода Зервана призван следить. Поэтому я надеюсь, что мои знания помогут углубить понимание астрологических явлений. Сегодня хотелось бы изучить миф, который называется «Азова спасает Велеса», и попробовать проникнуть в суть этого мифа. Я буду зачитывать небольшие отрывки и пояснять их. Как в белых горах, в светлом Ирии, в палатушках золотых для гостей столы застилались, на скатерочках самобранных яства чудные появлялись и слетались в палатушки с поднебесной всей белой голуби. Как слетались белые голуби, ударялись о хрустальный пол, оборачивались в сворожичей. За столы садились сворожичи, поднимали чаши одной рукой, выпивали единым духом. И заспорили небожители, кто волшебную сурью бога выпьет из ковша латырского. И решили, пусть выпьет Велес, бог, рожденный Зимун и родом. Вообще сущность Велеса для многих кажется не совсем понятной. По этому поводу можно провести исследование мифов, чтобы понять, кто такой Велес, более полно. В начале этого мифа говорится о том, что Велес – бог, но не сворожич, то есть не сын Сварога, а сын Зимун и рода. Из чего можно сделать вывод, что Велес принадлежит к богам Ясуням или Язатам в иранском варианте. Ведь он не сын козы Сидуни, я объясняла это в предыдущем видео. Эти боги осуществляют или отражают принцип звезды, принцип отдачи и расширения. Однако в самом существе Велеса, кроме духа батюшки рода Зервана, есть еще часть от матери коровы Зиму. То есть присутствует материальная часть, некая стихийность, инстинктивность, что-то неосознанное. В отличие от Сварога и его детей-сворожичей, имеющих только духовную искру. Поэтому сворожичи-небожители и решили, что сурью бога должен выпить Велес. Далее я объясню символ напитка сурьи. И призвали они родовича, и явился к ним Велес звездный, сам Астерушка, сын родович. Ковш Всевышнего принимал, за единый дух выпивал. И сказал тогда он сворожичам, пусть же сурью Богу Всевышнего пьют сворожичи небожители, также наши сыны на сырой земле. И пролил он сурью небесную вниз на землю из сада Ирия, и бросил он ковш в небо синее, чтобы ковш сиял среди частых звезд. Здесь в самом начале мы видим, что Велес изначально был близок к людям и заботлив к ним. Итак, что же такое Сурья и почему она так важна? Сурья, Хаома или Сома – суть разные варианты звучания у славян, иранцев и индусов. Я не буду останавливаться на вариантах приготовления самой Сурьи, остановлюсь на ее символическом смысле.
Сурья изначально переводится как солнце, солнечный. Сурья выжималась или приготовлялась из сока мирового древа. Это то самое древо, которое возникло по велению Сварога в самом начале творения. Это древо уходит корнями глубоко в землю и ветвями глубоко в небо, осуществляя таким образом связь человека с Богом. Это было задумано для того, чтобы дьявол, искушающий души людей, не смог окончательно увести творение от его истинного Отца Небесного. Творение, идущее путем познания добра и зла. Само древо жизни отражает связь человека с Богом через предков, через преемственность поколений. То есть сок этого древа хранит генетическую информацию, передаваемую от первопредка, о законах Бога, по которым мы устроены. От поколения к поколению передается информация о законах Вселенной на уровне генетической памяти. Вот что такое напиток сурья. В этом отрывке мифа Велес пьет сурью сам и передает ее, в кавычках, нашим сынам на земле. То есть, чтобы люди помнили своих предков и свой божественный род. Но откуда проистекает род славянариев? Велес, выпив сурью из ковша, забрасывает его на небо. То есть здесь говорится о том, что предки славянариев пришли со звезд Большой Медведицы. И продолжился пир гуляния во небесном саду светлом Ирии. И спросил Сварог дорогих гостей, кто славнее меня, кто сильней, кто меня Сварога превыше, удалее кто и богаче. Выступал тогда Велес родич и сказал в ответ речь такую. Может, я тебя не славнее, не сильнее, но я богаче. В Атавриде есть стольный град мой, а в ограде золотой чертог. Он возвысился на 7 верстах, на 80 золотых столбах, а вокруг чертога хрустальный тын, и на каждой тычинке маковка. И стоят за тыном 3 терема, крутоверхие, златоглавые. В первом тереме злато-серебро. Во втором нарядушки сложены, в третьем жонка моя Азовушка. У нее лицо ровно белый снег, черные бровушки соболиные, ясные очушки соколиные. Светлый месяц блестит под ее косой, и горит чело ясной звездой. И послушал Сварог речь Велесову, только речь ему не взлюбилась, и нахмурил он темные бровушки, по алатырю бил он молотом. Почему Сварогу не понравилась речь Велеса? Конечно, не потому, что батюшка Сварог начал завидовать богатству Велеса. Само слово «богатый» означает то, когда в человеке есть много Бога, то есть насколько силен человек духовно. Велес же понял это по-своему и стал хвастаться своим материальным богатством, и мало того, еще и своей женой, что всегда в русских сказках и мифах называлось глупостью. Конечно, Велес должен был понять, что есть истинное богатство. По велению Бога Вышнего, по хотению по Сварожьему, обращен был Велес, сын Родович, в медведушку косолапого, а Сварог во льва обернулся. Ударял по алатырю Велес, обернул он волка Сварогушку, ну а сам обернулся рысью. Бил опять Сварог по алатырю, обернул он Велеса в зайца, обернулся сам кабаном. Подбежал он к Велесу Буйнову и поднял его на клыки, и забросил из сада Ирия в небо синя на луну. Стал Велесушка лунным зайцем. В этом отрывке говорится об очень интересных метаморфозах. Представление о животных как о тотеме было очень распространено у наших предков. Рассмотрим первое превращение – медведь и лев. Сварог есть суть, творец, дух. Как говорится в мифах, род единым духом родил Сварога. В астрологической интерпретации это знак льва. Так как Сварог и Велес вступили в спор, то это оппозиция на астрологическом языке. Следовательно, Велеса можно символически связать со знаком Водолея. Вспомним, что знак Водолея связан со славянами, с Русью, и тотем медведь. Теперь мы можем охарактеризовать, опираясь на этот тотем, не только суть Велеса, но и загадочную русскую душу целого народа.
немного неуклюжие, сильные, миролюбивые и добрые, пока не нарушат их территорию. Связь с природой и стихийными духами, неожиданные проявления из-за импульсивности. Положительные, созидательные личности. Хотят улучшить мир вокруг. Обеспечивают род всем необходимым. Материально, духовно, а также потомством. Находят выход из самых страшных и запутанных ситуаций. Аналитический ум и в сочетании с сильной интуицией. Не ослабевают под напором обстоятельств. Сила больше духовная, чем физическая. Важнее всего для них индивидуальный путь. Стремятся к высоким целям. Добрые, заботливые, надежные союзники и покровители, верные друзья. Но у медведей есть опасность. Иногда они идут против судьбы, развивают эгоистические качества, забывают о предках. Потом им сложно вернуться на духовный путь мудрости. Но если этого не сделать, их род обречен. Поэтому нам, русским людям, очень важно помнить о своих корнях. Далее волк и рысь. В рысь превращается Велес. Рысь издавна символизировала магические силы, проницательность, волхвование. Волк, в него Велес превращается в ворога, потому что он мог его превратить. Волка – символ проводника в потусторонний мир мертвых. К тому же волк часто выступает в русских сказках как помощник Ивана Царевича и обладает житейской мудростью и смекалкой. Далее сварог превращается в кабана. Это символ воина, символ битвы до конца. Кабан был издавна посвящен Перуну, предводителю воев небесных. Сварог, хотящий показать, что духовная сила наивысшая, превращает Велеса в зайца. Иными словами, можно сказать, что Велес, как бы так сказать, испугался и побеждает его. Велес дополнительно еще, скажем так, тому, что он испугался, как заяц символизирует сексуальную энергию, продолжение потомства. Итак, исходя из характеристик тотемов, вырисовывается образ Велеса. Огромная сила, житейская мудрость, богатство, проводник в мир мертвых, волхвование, магия, стихийные силы, сексуальная энергия и управление ею. Сопоставляя эту характеристику с характеристикой планет, относящихся к знаку Водолея, мы видим связь с Плутоном. Кстати, Плутон в Водолее в падении, что видно из информации мифа. Велес символически падает на Луну в виде зайца. Но сама планета Плутон – это физическое тело некого бога. В иранском варианте есть бог Раман, Язад или Ясунь, бог мира, покоя, богатства, покровитель скота, проводник душ в мир иной, владыка подземного царства, добрый, награждающий владыка стихий, покровитель купечества, направляющий души к рождению и встречающий их после смерти физического тела. И он же является первопредком нашим, хранителем древа жизни, древа фравошей или предков. Это и есть наш Велес Роман. Но из того, что Велес Роман, податель материальных благ, это бог Ясунь, то есть идущий путем звезды, очевиден вывод, что материальный достаток – это не грех, и обеспечивать достаток своему роду не преступление до определенной черты. До той черты, когда материальные ценности начинают ставиться выше духовных, когда человек забывает о своей истинной бессмертной сущности и тратит все свое жизненное время на добывание и накопление денег ради денег, когда золото ставится выше человеческой жизни. В общем, когда человек делает главную ставку не на то, что бессмертно, а на то, что тленно. Итак, батюшка Сварог, решив научить Велеса тому, что есть ценно на самом деле, изгоняет его из Ирия на Луну, то есть в материю, потому что Луна как символ смерти и рождения или жизни, прошедшей через смерть, символически связана с чередой перевоплощений в материальном мире. В таком состоянии, став смертным, Велес должен был выучить урок о том, что такое настоящее, неприходящее богатство и что на самом деле значило его земное богатство, превращающееся со временем в прах, но которым он
хвастал. Как у морюшка в лукоморье расшумелись ветры буйные, преклонились все дубравы. То с восточных ирийских гор птица Гамаюн прилетела. Прилетела она и села под окошечком у Азовки. А я, Зовушка, свет славутично. Ты сидишь, поешь у окошечка и не ведаешь, что невзгодушки, что Велесушка словом дерзким в гнев привел сварога небесного. Обращен он теперь в зайца лунного и заброшен на лунный диск. И задумалась Света Зовушка. Силой Велеса мне не вызволить и богатством своим не выкупить. А смогу ли нет мужа выручить, я одной догадочкой женскую. Обрубила Зовушка косушки, нарядилась по-мужски, нареклась славутой Тавруличем и отправилась в Ирийский сад. Шла брела лесами дремучими, болотушками зыбучими, шла долинушками широкими, шла и горушками высокими, реки быстрые перешла и озерушки обошла, и к горам толкучим пришла она. Горы пред ней расступились, и по слову ее не сходились, и дошла она до клевучих птиц, но не стали птицы летать-клевать, и по слову ее почили, и пришла она к змею лютому, но не тронула Зовушку лютый змей, и по слову о Зовушке опочил. Азова – жена Велеса и царица Вод. Следовательно, здесь описывается планета Нептун, которая несет в себе женское начало и связана с Язатом, Ясунем, древнеиранское имя которого Апам-Напад. То, что Азова обрезала себе косы и оделась мужчиной, указывает на вхождение женской планеты Нептун в мужской знак Водолея или нахождение в этом знаке. Женское начало в мужском знаке. То есть миф описывает мистерию знака Водолея и планет, находящихся в нем, в связи с этим знаком. На связь Азовы с Апам-Напад указывает и то, что все лютые змеи и птицы клевучие, хранящие путь в Ирий, по слову ее почили, так как Апам-Напад связана не только со всеми водами, особенно с подземными, питающими растения, но и со сном, с вещими снами. Почему именно Азова, царица Вод, стала женой Велеса Романа? У меня на этот счет две версии. Либо потому, что Роман, дающий плодородный урожай, не может для этого обойтись без подземных вод Апам-Напад, вследствие чего они соединились для общего благополучия. Либо это связано с эзотерической обителью Нептуна в знаке Скорпиона. Когда мир был в идеальном состоянии, без присутствия в нем зла, обителью планеты Нептун был знак Скорпиона. Сейчас Скорпионом управляет Плутон Роман. Следовательно, метаморфоза их соединения как мужа и жены символически связывает эзотерического и сегодняшнего управителя знака. В пользу этой теории говорит миф о том, как Велес встретил свою будущую жену. Тогда он явился ее освободителем, застрелив из лука коршуна, нападавшего на Азову. Велес в этом случае выступал в роли стрельца. Напомним, что сакральная или изначальная обитель Плутона находится как раз в знаке стрельца. И дошла она до Ирийских гор и до камешка Латырского. И сказала сварогу и ладушке, родной батюшке, родной матушке. Здравствуй, батюшка, славный бог Сварог. Здравствуй, матушка, слава ладушка. Не узнали ее родители. Ты откуда к нам, добрый молодец? Из какой страны? От какой земли? Почему Сварог не узнал собственную дочь? Думаю, тут имеется в виду, что солнце, то есть творец Сварог, находится в теневой обители в знаке Водолея, или, как еще говорят астрологи, в изгнании. Солнце словно находится в тени и не узнает свою дочь. А пришел-то я из Поморья, из Заморья Лукоморья. Называют меня Славутою, сын я солнца и моря. Мне месяц, брат. Я приехала в добром деле,
В жены взять хочу вашу доченьку, младула Лелюшку, Свет Свароговну. Говорил Сварог гостю гордому: я схожу, подумаю с доченькой. И пришел он к дочери Лелюшке, говорил он ей: Леля, милая, к нам пришел сын моря и солнышко, и тебя он в жены желает взять. Отвечала ему дочь любимая: государь ты мой, родный батюшка, что же ныне тебе на ум пришло? Выдаешь девчину за женщину. Говорит наш гость речь по-женскому, и ступает-то по-лебяжьему, и коленочки-то по-бабье жмет. И сказал Сварог милой доченьке: я схожу и гостя проведаю. Итак, Леля, в отличие от ее отца Сварога, узнала в переодетой Азове женщину. Леля — это ипостась матери Ладушки — любовь, но только это молодая, зарождающаяся любовь. Венера — планета земной любви. Венера и планета Нептун на самом деле взаимосвязаны. Нептун называют высшей октавой Венеры, потому что Нептун в своем высшем проявлении превращает личностную, чисто земную любовь в трансличностную, то есть в любовь ко всему миру. Нептун – это божественная, всеобъемлющая любовь в своей высшем проявлении. Эта взаимосвязь и подразумевается, когда Леля, чувствуя ту же суть любви в Азове, что у нее, раскрывает ее иллюзию. А Азова, Нептун, мастер иллюзии обмана в своем низшем проявлении. Выходил он гостю любезному, говорил ему таковы слова: не желаешь ли, гость, славута, содороженьки долгой в баню? Гость ответил ему: согласен. Истопили парную банечку, но пока Сварог снаряжался, гость в банечке искупался, не успел проверить его Сварог. И сказал тогда так хозяин: не желаешь ли, гость славута, со сварожичами потешиться, в кулачки сойтись на моем дворе? Выходили они на широкий двор, и тогда славута Таврулич начал биться и ратоваться, и побил он тут всех сварожичей, и на землю их положил. Почему же Азова так сильна, что положила сварожичи на землю? Чтобы понять истинную суть Апам-Напад или Азовы Нептун, то нужно вспомнить, что изначально обитель Нептуна в Скорпионе. Это положение характеризуется огромными силами. Бытобурные сильные подземные воды, словно стихия. Отсюда понятна сила Азовы. И сказал тогда гостю бог Сварог: укроти-ка ты сердце буйное, я отдам тебе Лелю в женушке. И не стал он доченьку слушаться, и устроил он пир гуляния. Пир идет у них вот уж третий день, и пора идти на венчание. И сказал тогда гостю бог Сварог: что же ты славу-то не весел, буйную голову ты повесил, а ли что тебе не по нраву? Отвечал ему гость любезный: потому я ныне не весел, что не слышу я песен дивных, и не вижу я плясок чудных. Слышал я, тобой околдован был Осилушка Велес мудрый, вот тот был гораст и плясать и петь. Говорил Сварог гостю милому: для тебя готовь Велеса простить и на пир его выреса отпустить. И ударил он мощным молотом, да по камешку латырскому, и явился вновь Велес лунный во свароговых тех садах. И тогда Азовушка Славовна к мужу бросилась на шею, целовала его и плакала: я нашла тебе муж любимый. А потом сказала родителям: вы простите меня, милый батюшка и родимая слава матушка, да и ты, сестрица любезная, поневоле я обманула вас, ибо как же жить мне без Велеса? Для меня он днем солнце красное, темной ноченькой месяц ясный. Он мне мать и отец, и сестра, и брат, и отныне мне муж любимый. Их простили Сварог с Ладой матушкой. Только Лелюшка подошла и дотронулась до Велеса. Не перстом дотронулась, перстнем, до лопаточки правой бога. Вот подарок тебе, сестрица, и тебе, Велесушка, родич. Вы меня потом помнить будете. Где дотронулась перстнем Леля, появилась там Тавро, чтоб Велесушка бог вовеки, также в будущих воплощениях, обуян был любовной страстью. И тогда бог Велес с Азовушкой из Ирийского сада вышли и отправились
в Тавриду, да по горушкам Алатырским, по Азовскому морю синему. Тут вовек поминат Велеса и Азовушку свет Свароговну. Их деяния прославляют. Очень интересно заканчивается миф о том, как Азова спасала Велеса. Почему же, говоря о знаке Водолея, вернее его мистерии, Азова спасает Велеса через иллюзию, переодевшись мужчиной? Велес Роман, Плутон, в падении. Таково положение Плутона в знаке Водолея. Как выходить из такой ситуации? Падение всегда связано с экзальтирующей планетой. Они словно идут в одной упряжке. Но в знаке Водолея экзальтирует именно Нептун, Азова, которая и вытаскивает Плутон из падения. При этом Нептун, Азова, проявляет свои качества и способность усыплять, и создать иллюзию, и проявить силу в битве за свою любовь. Второй вопрос. Почему сама любовь Леля решила поставить метку на Велеса, чтобы он, в кавычках, вовеки, также в будущих воплощениях, обуян был любовной страстью? Изучая приключения Велеса по мифам дальше, можно увидеть, что с тех пор начались его мытарства, связанные с вопросами любви. Он прошел в этом плане не один урок, и все они в основном касались того, чтобы герой наконец начал понимать истинную суть любви, которая возникает прежде всего между двумя душами, а не между двумя красивыми телами. Но это уже тема других мифов. Мы же помним, как Велес хвастал внешней красотой своей жены. Плутон и не Венера – сексуальное взаимодействие и любовь. Что можно назвать истинной любовью, не имеющей смерти? Все эти уроки должен был пройти Велес в дальнейшем, отмеченный знаком Лели. Вот что можно сказать о сути мифа. Но думаю, что каждый человек прочтя этот миф, может найти в нем еще и свое что-то. Спасибо за внимание и желаю всем осознанного отношения к любви.